Всех привет и приятного просмотра. Продолжаем мы кататься по Евротраку и Америка-трак симулятору. Но этой неделе у нас Америка-трак симулятор. Мы сегодня взяли такой груз. Видите, прекрасно. Ехать 8 часов 13 минут приличное времени на самом деле. Это 483 мили. Но не за большие деньги на самом деле. За 16-118 тысяч. Точнее, 16-118 долларов. Так, что нам надо думать там? Надо не думать, надо ехать на самом деле. Ну что, погнали. Тем более у нас утро. Надо выехать отсюда еще как-то. У нас тем более утро. 2 часа дня мы должны приехать, по идее. Поверните направо. Должны приехать. Нас кредит должны еще снять за это время, по идее. Спокойно мы дальше жили. Этот кредит на самом деле дорогая штука. Я так и думал, блин. Я так и думал. Так, как там у нас в жопе-то? Нормально еще. Все. Да ё-моё, ты чё за фигня такая? Я не специалист. Повторяю, на всякий, точнее говорю и повторяю еще много раз. Могу много ошибаться. Но по идее надо так делать. Да, мы тут войдем спокойно. Я сразу бы так делал. Ну, разворот мне там получился, а здесь, увы, нет. Давай открывай ворота, блин. Ехать еще 8 часов игрового времени, о чем я просто. Вот опять я задел. Я знал об этом, что я задену. Не так я делаю, ё-моё, я застрянусь надолго. Я уже застрял, походу, его. Да, я уже, походу, застрял, блин. Да ё-моё. Не, выйдет, нормально. Вот, можно сказать, где-то полмесяца назад, 2 недели, может, назад, или, может, даже месяц назад, на такой случай получился, то, что у меня застрял в... Вот последняя часть, вот этого вагона, не вагона, блин, а вот это вот жопы, да, вот эта сама, которая полоса снизу идет, которая там безопасность, да, типа бампера. Просто название, не знаю, это название. Вот, и у меня он просто где-нибудь зацепился, и все, и не мог ничего сделать. Можно так сказать. Ну здесь как хочу, как поворачиваю в данный момент, ничего мне не мешает. Что за знак мне какой-то странный висит? Все, перестал говорить, а что такое? Это же проблема, это двигателем. Показывает. Типа показ проблем с двигателем. А у меня машина-то повреждена. 4% какие проблемы у двигателя? 4%.
Держитесь левее. Возможно, даже было взвешивание надо было проводить. Да, здесь 55 мили, только максимально, а мы считать 5 фигачи. Ай, блин, и мне надо это делать. Так, а где заезд? С той стороны получается, да? Да, с этой стороны. Поедем сейчас. Взвешивание. Строит. Поезд нового маршрута. А вот этот участок будет не открытый. Почему не открытый он, я не понимаю. Ну. Точнее, могли бы спокойно его оставить открытым и все. А теперь это взвешивание, если машина не подходит на тяжести, да?
То есть, в смысле, они меня будут штрафовать, интересно или нет? Ну, видишь, он только меня предупреждает, что мне надо починить машину. Так сказать, а пока будь осторожны, все нормально. Смотри, мы же в Техасе ездим, я ивент выполняю постепенно, он со мной до января, что ли. Ну, могу ошибаться. Я еще прохожу его. Тихонечко катаемся, все остальное. На этот день, не знаю, выполним, не выполним. Стараюсь я это сделать. Но все возможно, что даже не запишу серию. Мид какой, а? Домик какой-то, чей-то, ферма, что какая-то. Блин, фермный симулятор тоже хотелось погонять бы. Но пока в последней версии 22 у меня нету. Когда она появится, без понятия. И вообще, когда она появится, скорее всего, будет уже новая. Я не приготовлюсь, не поиграю нормально. Ну, посмотрим, что будем обстоятельства. Что сейчас так слишком много игры набираюсь, набрал себе, которые хочу пройти, которые играют на стриме. Хотя бы нет, ряд пройти, чтобы легче было. Ведьмак мне, скорее всего, будет по стриму идти по то, что трилогия. Все три части будут проходить по очереди. Вот я первый пока покажу. Это на меня всегда мой дождь долго. Все масс-мажоры, все остальное не случится, ничего такого подобного. И смол не доест. На том реакторе мы все равно все возможно быть. Baby.
Ну, конечно, звук машины слишком громкий, да? Я думаю, меня даже не слышно будет из-за этого. Ну ладно. Ну, зато, смотри. Мы едем. Так, это у нас жопа, это у нас самый передок. Это колеса. А это как типа кино. Такая функция в GTA есть. Только там разные ракурсы он идет. А здесь только один раз, так я так понимаю, делал. Ну тоже красиво, прикольно сделано. Я со мной ничего не вижу. Как я еду, временами это очень неудобно. Но сделано прикольно. Только а тут у нас что? Колесо, это мы знаем. А это типа все, да, переключаются, замечательно. А, тут мне знака нет, да? Он под рулем, этот знак. То мне так показал, что я без фар еду. Ну, я бы так со мной мог поехать, но штраф, если что, может прилететь. Что сказать? Обзорную точку нашли. Все, на светофоре стоим, ждем, когда нам светофор откроет, и мы поедем. Ох, блин, долго стоим. Поехали. Проедем, проедем. Желтый. Успели. Желтый, желтый. Не штрафанули, хорошо. Только следующий светофор, да, будем стоять. Офигенно просто. Двигайтесь прямо. Чуменно просто. Одному светофору, другому светофору приехали. И недалеко. Подъехал, катился бы и не останавливался бы.
Потому что когда ты трогаешься, сложнее, чем когда ты качешься. А на машине все-таки уже на ходу и легче разгоняться. Ну вот у нас 200 миль остается, не слишком много на самом деле. Оплата по производству. Опа. Кредитчик приперся. 1814. Я не знаю, сколько там мне еще осталось, но там 50. Ничего не просто. Я тут уже успею 3 гаража, наверное, накопить и купить. Когда кредит у нас закончится.
хотите, услышали бы. Нифига себе сюда заезд какой. Вот это они тут дорогу увеличили. А тут сушить решили, да? Тут больше не надо ничего. Двигайтесь прямо. Так я еду прямо. Надо на мир посмотреть. А если попробовать мне вот этот... Да, вот так вот сделать пока чутка, пока прямо дорога. Ну да, конечно, интересно, но вот это более интересно. Тут можно хотя бы посмотреть. Тут, я не знаю, может мод есть, или может какая-то кнопка есть, которую можно независимо от машины, вот так, приблизительно около себя смотреть на что-нибудь. Ну, что камеры на машине смотрела чисто. Там сужение дороги идет у нас уже. Красиво, очень красиво. Чуть-чуть вот так проедемся. Очень прикольно. А вот эта дорога, я не знаю, открыта для нас или нет. Красные, можно сказать, этого по навигатору нам показывает, куда ехать. В данный момент не дает мне ничего. Город, наверное, деревку ты и город. Поселок. Держите левее, затем да? Поверните налево. А, тут светофор у нас. Поверните налево. Деревня Техас. Прекрасное место. Какие поля. А ты что, птицы шевелят? Видите? Ты наловлен, а не птицы. Ха. Или это называется. Ладно, хорошо, продолжаем путешествие. Осталось не очень много ехать, мы уже почти приехали. Месте.
Я так не понял, мне считался тот город, в котором мы им приезжали, или нет? Ну ладно, не важно. Там, ну, узнаю потом, так я не посмотрел, типа, не достижение, а, типа, прогресс достижение. Затем поверните направо. Так, нам сюда, можно без светофора. Все прямо. Сейчас. Просто супер. Опа, приехали. Меня, пожалуйста, без опыта. Без опыта. Рождение, блин. 1500 только дают за 12 уровень. Ну, опыта прилично. Ну, опыта тоже прилично. Скорее всего, то, что у нас... опыт слишком маленький еще пока. Вот после 20-го, будем сказать, посложнее. Вот с 8 до 15 у нас... сказать, сколько у нас вообще денег. У нас 124 тысячи, можно сказать. Так, мне отсюда выехать бы как-нибудь. Подобие выхода. Я там понимаю, там тупичок. Я раньше думал, это бак. Это не бак, это просто здесь труба стоит, можно так сказать, образно. Вот наш груз, который мы привезли. Так вот встанем. На самом деле тут надо туда звезды езжать. Ну ладно, я прям так встану сзади нашего, можно сказать, груза. На этом все, господа. Увидимся в следующей серии. Другие, проходимся. Удачи вам и пока.